Сейчас я научу тебя, как требовать правильно удаление твоего ранее хорошего отзыва в интернете, например, о работе врача, я не знаю, юриста, с которым ты раньше работал, а теперь отношения испортились, там, я не знаю, бухгалтера, да любого сантехника, которого ты вызвал, и все было хорошо, а через 5 лет вы поругались, и все стало плохо. Так вот, если специалист, юрист, сантехник, я не знаю, космонавт на своем сайте разместил информацию в виде твоего положительного отзыва о его работе, что все было хорошо, прекрасно, замечательно, и использует это как рекламу своего имени в том числе, и потом все испортилось, то ты как заказчик, как клиент вправе требовать удалить эту информацию с его сайта. Если он это не делает, это можно сделать по суду. Судебная практика в этой части есть, и она достаточно прекрасная.